это фильм «Однажды в Украине революция», фильм «Однажды в Украине война». Чем уникальны эти фильмы? Первый фильм, сценарий был написан еще до Майдана, за несколько месяцев, значит, когда милиционеры насиловали женщин, убивали. Я написал сценарий о революции в Украине, но так и не приступил к съемкам, и когда начался Майдан, буквально в первый же день Майдана я начал снимать уже художественное кино, где история, в общем-то, у меня уже была написана эта история, просто она немножечко видоизменялась по ходу того, как продвигались события на Майдане. И полностью вся эта история была снята именно художественный фильм. Это единственный художественный фильм, снятый прямо на баррикадах. Прямо многие были реальные, не актеры, были реальные участники Майдана, но которые снимались, тем не менее, в художественной истории.